Уважаемые коллеги, для меня большая честь сообщить и пригласить вас на первый национальный научно-образовательный конгресс «Проблемы онкологии от менархи до постменопаузы». Мы давно мечтали о организации подобного научного крупного мероприятия вместе с онкологами. И это будет не только самый крупный национальный центр акушерства и гинекологии, который представляю я, но это будут великие наши российские национальные центры имени Блохина, имени Герцена, Институт рентгенорадиологии и другие наши коллеги из Санкт-Петербурга. Мы впервые попытаемся быть вместе, мы впервые попытаемся соединить эти два огромных сообщества. И там будет рассмотрен самый широкий спектр онкологических проблем, которые будут фокусироваться на репродукции человека. Он будет носить огромную образовательную часть. Он будет знакомить нас, акушеров-гинекологов, с нюансами особенностей онкологии, что очень важно для нас. И мы, может быть, в результате этой нашей встречи сумеем найти какой-то общий маршрут, общее понимание, что мы можем сделать для наших замечательных сограждан, чтобы онкология, репродуктивная система, звучала не как приговор, а как мера и действие профилактики. Что мы должны сделать, какие шаги, чтобы эта замечательная и обаятельная в любом возрасте девушки не дошли до этого страшного диагноза. Я думаю, что там тот состав, который мы предполагаем, он будет совершенно знаковым, национальным. Там будут все национальные международные эксперты. Мне так бы хотелось надеяться, что этот первый конгресс станет постоянным конгрессом, и мы будем иметь возможность встречаться каждые два года и признаваться не только в любви и чувствах, но и в наших новых достижениях. Уважаемые друзья, мы ждем вас на нашем конгрессе и надеемся, что эти встречи будут очень плодотворны. Спасибо.